мне вот для луговичных многолетний опыт мой подсказывает, что 1,5 метра оптимальный размер ширины грядки. Натягиваю эти веревки, потом я стою на грядке и откапываю, и сюда перебрасываю. Вот я копаю сюда. Вот и получается дорожка. С дорожки тоже я немножко снимаю туда и сюда, и получается высокая грядка. В сухую песчаную почву добавляют глину и тоже органику, там навоз, дерновую землю. А значит, в тяжелые глинистые почвы добавляют большое количество песка, торфа можно добавить с нейтральной реакцией. Вот. И какие-то минеральные удобрения. Все это перекапывается, и таким образом получается как раз та почвовая смесь, которая пригодна для выращивания нарциссов. Расстояние между растениями примерно 10-15 сантиметров, не меньше. Потому что нарциссы растения многолетние, и вы высаживаете, как правило, их на лет на 5. Значит, мы садим нарциссы в борозды, поскольку у нас очень много сортов, почти что 300. Вот. Борозды довольно глубокие, но и значит, глубина посадки луковицы, я еще не сказала, зависит от размера этой луковицы. Я хочу показать. Значит, и она всегда равна 3 высоты луковицы. Высота луковицы – это вот расстояние от донца до вершины луковицы. То есть в любой луковице, и луковица тюльпана, и гиацинта, и мелколуковичного растения. Вот 3 высоты – это имеется в виду вот 3 вот этих расстояния. 1, 2, 3. Вот глубина посадки луковицы. Вот. Ну, обычно это получается от, допустим, от 10 до 25 сантиметров. Вот корешки старые, прошлогодние, они оторваны, а маленькие корешки, значит, уже новые, молодые, не восстанавливаются при повреждении. То есть они, луковицы должны высаживаться в грунт тогда, когда они вот, корешочки только наметились. Для того, чтобы был хороший дренаж в борозды, в лунки или, ну, в любой конфигурации отверстия, куда вы будете садить, лучше положить на дно песок для дренажа. Толщиной где-то полсантиметра, сантиметр не больше. Высокие грядки мы делаем для того, чтобы когда, значит, когда талые воды бывают, стоят долго, чтобы не было чтобы луковица не загнивала, чтобы эта вода оседала. Для укоренения им нужно 3 недели примерно, 2-3 недели, до сильных морозов. Вот. Но как вот по теперешней погоде, как последние 10 лет климат сильно сместился, сильно потеплело, и мы начинаем посадку нарциссов где-то уже с середины октября и заканчиваем вот в первой декаде ноября.